Форум пива и фестиваль «Море пива» в Сочи – практически единственная специализированная пивная выставка в России. Лучших производителей она собирает уже 23-й год подряд. Именно с начала работы этого форума в 92-м году началось формирование современной пивоваренной отрасли в нашей стране. И сегодня, сразу после торжественного открытия, давнюю дружбу директор компании «СОУД Сочинские выставки» и представитель Союза пивоваров России в очередной раз подтвердили подписанием договора о сотрудничестве на 2015 год. Выставка выполняет роль как бы объединяющей площадки, на которой собираются пивовары, имеют возможность обсуждать свою проблематику. Проведение выставки, оно так иначе влияет на развитие индустрии. Это положительный фактор, который закладывается именно в проведение выставки. На стендах выставки десятки образцов напитков – пиво, сок, квас, минеральная и газированная вода. В этом году в Сочи свою продукцию привезли более 200 компаний, в том числе из дальнего зарубежья – Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Литвы, Китая, Финляндии, Чехии. 150 образцов пива примут участие в дегустационном конкурсе. Но выставка – это не только напитки. Здесь можно познакомиться с самым современным оборудованием для пивоварения, розлива, продажи напитков, обработки сырья, новинками упаковки и транспортировки готовой продукции. Кроме того, это крупнейший деловой форум. За круглыми столами эксперты будут обсуждать самые актуальные вопросы. Интересную программу подготовили и для гостей выставки. На фестивале «Море пива» в Сочи их ждет и большое количество новых сортов пенного напитка, и много безалкогольной продукции, и снековой продукции, развлекательная программа, ежедневный розыгрыш, лотереи. Также они смогут принимать участие в большом количестве конкурсов. Форум пива 2014 и фестиваль «Море пива» в Сочи будут работать в гранд-отеле «Жемчужина» в течение 4 дней. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.